Привет, бойцы! С вами, как всегда, Пламбер. Вот-вот выйдет второй сезон. И в данном видеоролике мы рассмотрим, что же будет интересного. А также поговорим о конкурсе, который проходит на моем канале. Условия конкурса вы узнаете в конце видео. Ну а мы, друзья, начинаем. Вот такие вот рейтинговые награды нас ждут в этом сезоне. В принципе, впечатления, ну, обычные. Нет ничего сверхъестественного, потому что мы этого Крюгера видели уже в боевом пропуске. Керамбит, ну, в принципе, неплохо. Ну, как бы, вот и все. Оружие, ну, этого оружия, в принципе, будет еще скинов. Ни один, ни два, еще очень много. Для коллекции, вот и все. Друзья, вот если не даст мне бог памяти, по-моему, у нас либо четвертый, либо пятый сезон выходил Руин. Я вот не помню уже, сколько сезонов этих прошло. Вот это были награды. И мотоцикл, и Руинчик. Блин, ну шикарные. Но вот честно, вот даже вот сейчас можно поставить его и тупо играть. Это были реально крутые награды. Почему так скатились награды, я не знаю. Потому что игра становится вот донатная. Вот честно, все за донат нужно покупать. Боевой пропуск. Да в принципе и боевой пропуск стал-то похуже. Но если я не ошибаюсь. Да, 4 персонажа, но похуже он стал. Я не знаю, китайская версия, и то там поярче боевые пропуски и награды. Ну, вот такая вот ситуация становится, в принципе. Чем-то удивить нас, я думаю, уже довольно-таки не удивишь. Далее, друзья, появится у нас новый транспорт. Это грузовик. Ну, в принципе, о нем мы уже давно говорили, что он будет. Он есть в китайской версии. И, естественно, нам его завезут. Мне бы было лично вот очень в кайф поездить именно на Range Rover. Такой прикольненький. Кто видел в китайской рулетке, он был очень даже и снутри, и снаружи. Блин, классный, честно. Возможно, возможно и нам его завезут. Но, опять же, это будет не бесплатно. Стопудово, я думаю, его всунут в какую-то рулетку. И вот так вот... Кто захочет, сможет себе выбить данный транспорт. Но посмотрим. Но в любом случае он будет и в глобальной версии. Далее, друзья, для всех не новость, что будет вводиться танковый режим. Как долго он продержится, я не знаю. Но, в принципе, для разнообразия игры очень даже годная тема. Потому что есть многие игроки, которые любители порубиться там в World of Tanks. Я в том числе когда-то играл в эту игру. Ну, как бы посмотрим, как она залетит в мобильной версии.
Друзья, ну и две карты, которые нас ждут в этом сезоне, это Shipment немножко измененный и Shoot House. Новая карта будет для сетевой игры. По поводу Королевской битвы, блин, ну жалко, нет, конечно, ничего изменений по поводу карты не планируется. По крайней мере, второй сезон это точно. Ну, а в третьем мы уже поглядим, может быть, даже что-то и придумает. Новое оружие, новые персонажи, все это как бы вы знаете по новому оружию. Ну, по персонажам я сейчас немножко включу ленточку, увидите, кто же нас будет ждать в ближайшем будущем. Ну, а в принципе, вот такие вот все новости, как бы в принципе ничего нового, но довольно-таки я старался объяснить что да как, поделиться своими впечатлениями и... Надеюсь, вам понравится видео и вы оцените его лайкосиком. Ну а для всех тех, кто следит за моим каналом, у меня в принципе есть и группа ВКонтакте, где сейчас проходит розыгрыш на боевой пропуск. Там всего лишь-то навсего нужно быть подписанным на каналы и, естественно, коммент, лайк, ну и ваша поддержка. Так что, друзья, с вами как всегда был Пламбер. Ждем нового сезона. До новых встреч. Пока-пока. Back in with the passion, I'm awake with the flame and I